Двое человек убиты, есть раненые в результате криминального происшествия в тайге. Трагедия произошла в Мегино-Кангаласском районе. Подробности ЧП у Виталия Абрамова. Известно, что в ночь на воскресенье шестеро мужчин, находясь в местности Хомпо, что в 30 километрах от села Ламтука Мегино-Кангаласского района, распивали спиртное. В какой-то момент собутыльники что-то не поделили, и в ходе ссоры родные братья 24 и 32 лет взялись за ружье и начали стрелять по своим недавним приятелям. В результате двое мужчин от полученных огнестрельных ранений скончались на месте происшествия. Один потерпевший увернулся и скрылся в темноте. Еще один потерпевший получил тяжелые ранения и был обнаружен следственно-оперативной группой на месте происшествия и госпитализирован. Успевший убежать и сообщил о нападении в правоохранительные органы. На поиски и задержание братьев-убийц были брошены все силы УЛУСа. Были сформированы 4 группы из числа наиболее опытных сотрудников. Выставлены блокпосты, а также в местах возможного появления стрелков. Через несколько часов оперативниками уголовного розыска и сотрудниками ДПС были задержаны 32-летние и 24-летние уроженцы Мегино-Кангаласского района, которые являются родными братьями. Старший из них ранее судим за самовольное оставление места службы, грабеж, побои, угон, нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкий вред здоровью. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Заключение под стражу. Уже возбуждены 2 уголовных дела – убийство 2 лиц и покушение на убийство 4, совершенное группой лиц. Подозреваемым грозит вплоть до пожизненного. Виталий Абрамов, Евгений Лугинов, НВК Саха, Якутск.